Сосиска! Как-то мощная тут лежит. Она еще шевелится. Живая сосиска! Поппи, получи по жопе. Часть 2. Ужаснейшее место, просто ужасно. Какой пуфыстик у нас здесь, правда, картонный. Прости, мой старый друг. Знаешь, что делать с картоном? Его перерабатывают. Но в нашем случае его утилизируют. Вот, иди сюда на свалочку. Ну вот, сделал доброе дело, выкинул картон. Эй, башка, ты что тут делаешь? Лыбу дает. Походу и по кайфу лежать в луже краски, похожую на кровь. Обстановка по кайфу. А что здесь огроменный ключ? Скорее всего, он открывает эти двери. Ууу, как страшно, божечки. И со скрипом дверь открылась, как в фильмах ужасов. А, она еще и закрылась так же. А, так, ну, давай еще чуть-чуть. Ох уж эти кожаные кресла, какие они тяжелые. Подувка. Иди как нам сюда. Вот, отлично. На подушку встаем и сюда. А сюда не пролезть. Какое-то кидалово. Рука, закидывай сюда. А, понятно, это невидимая стена. Это, короче, лже-отверстие. Мне туда не пролезть. Кассетка для меня, что ли, стали? Погоди, а что там написано? Ну-ка, ну-ка, давай поближе. Кто возьмет эту кассету со стола, тот вонючий бомжар. Узбагаин. Ничего, такая картинка. Там он розовый хаги. О, здорово, мусорный братюк. Чё за... Как... А ты еще кто такая, кукольную мать твою? Эй, кукля, свали отсюда, не мешай электрику работать. Она так забавно хлопает свои маленькие ладошки, как будто маленькие пони пробежали. Пора бухать. Нет, не буду. Братюнь, иди сюда. Иди. Давай вместе, а то одному мне чуть совсем как-то сыкотно. Давай, я сейчас первый. Так, я все взвесил, все правильно. Это обдуманный поступок. Все, я прыгаю. Держи мою руку. Главное, не отпускай ее. Главное, не отпускай ее. Нет! Во имя кукольного домика дай мне силы перепрыгнуть эту щель. Ну че, все, собрались. Собрались на спринтах. Сейчас я это сделаю просто. Надо взять разбег. Вот, а красная линия. Вот, давай вот, вот так вот. Сейчас разбег, разбег, разбег. Вот, 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 сейчас. Так, надо посмотреть на решетку. Давай, пятюню. Собрали яйца в кулак. Так, все, готов, готов, готов. И побежали, побежали с разбега. Вот так, опа. И прыгай, ляха. Но это уже ни черта не смешно. Такая детская щель, ее дед сад перепрыгнет. Так, я знаю, что надо сделать. Стенки под свои. Все, давай, сейчас должно сработать. Опа, ай, оля. Юху, выкуси расщелина. Кукля, зачем ты сидишь на краю? Не делай этого. Listen, I'm going to need you to trust me. Ну я же предупреждал. Игра хочет, чтобы я спустился в это адское отверстие, но прежде чем туда спуститься, нужно бросить туда камушек. Звука шлепка не было, поэтому мы сейчас бросим что-нибудь покрупнее. Например, холодильник. Главное, чтобы он меня туда не утянул. О, кубики, здоровенький. А чё это вы тут застряли? А чё так темно-то? Я думал, тут отверстие просквозное. Сейчас на игровую станцию попадем, будем веселиться, кутить. Чё-то, правда, не очень похоже, что я иду на игровую станцию. Я же говорил, что это жуткое место, да? Похоже на крематорий. Или бункер. Надеюсь, что за этой дверью нас ждет то, о чем я... Руку отпусти! Ты мне руку оторвала! Не думал, что из спагетти будут делать игрушки. Ну ты сама напр... О, подруга моя рыжая. Ты чё, взяла мою подружку поиграть, что ли? О, да она называет себя матерью игрушек. Ты в курсе, что она меня бухать звала? Плохое воспитание у тебя? Очень плохое. Смотри-ка, я походу всю семейство нашел. Тут и ваги-баги, и розовый гаги, и динозавр, и какая-то странная гусеница. Тут почти полный шлак. Ну чё, я отправляюсь на игровую станцию в надежде поиграть. Оу-е.
Горочки, поезд, лазилки. Шо, розовая хаги, ты готова скатиться с лесенок? Ну же, черт, она сама не катится. А было бы весело на ней скатиться. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Опа, опа, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну ляг, ну почему? Призма унитазного смыва. Почему у меня щербетный понос тащит сюда? О, кролик. Прикольно. Никогда не люблю спускаться вниз. Ты недостаточно спустился вниз, давай еще глубже. Полное погружение. На тебе перцу в глаз, завод приплыли. Моя новая рука, она зеленая, как твоя сопля утекшая. О, да. Снова две руки, это замечательно. Чидзе. Что за передача «Сыграй со мной в угадай мелодию»? Опа. Вот это я прилип, походу. Welcome to Musical Memory. Ну прикинь, почти угадал. Только эта передача называется «Запомни мелодию». Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Прошу вас на секунду, посмотрите в окно. А чё там в этом окне? Ух, нихи. Не жри меня, я запомню твои мелодии. Фиолетовый? А где мне его высрать? Тут не было фиолетового. Желтый, голубой, красный и зеленый. Фиолетовый. А, вот ты где. Так, я не понял, ты что, с подставами, что ли, какими-то? По идее, может тут еще и несколько штук вылезти дополнительных цветов. Белый? Ну я не ожидал от тебя, вот честное слово. Оранжевый? Мамань, ты что там, гуаши перепила, что ли? А алфавит-то тут какого забыл? Может, еще братюню алфавитного позовем? Это иероглифы. Щербетный поднос, кто меня за язык тянул? Вот иероглифы. Проблема в том, что я уже забыл комбинацию. Мама мия. Нет, маму не надо звать. Давай без мамы.
Оп, оба, с ратушки, черт, меня сейчас сожрут. Я не хочу получить по ушам.